Congratulations! Yay! Давай, давай, Дубай! Подошел дяденька и подарил какие-то штучки тебе. Ой, не трогай, пожалуйста. Ты злобный. Ну что, мы выбрались в город, чтобы просто погулять, посмотреть, что здесь есть, и посмотрите на эту красоту. Здесь слишком элитные машины, а мы пешком ходим. Даже такси вызвать не можем. Потому что, Вика, мы дышим воздухом. Но здесь воздух вообще не чистый. Тут вдохнуть нельзя полностью, потому что тут пыль всякая. Это... Ты прям ощущаешь эту пыль? Да. Да? Но зато здесь моют полы каждый день. Прям на улице, да? Да. Я очень хочу пойти в магазин сладостей. Там хочу купить что-нибудь с Hello Kitty. Там обычно продаются. Там Санрио обычно продается. Угадайте, куда мы пришли? Это то самое место, где мы были 3 года назад. Смотрите. Видите, вам тот этот ларек? Там мы выиграли маму блестку. И они там до сих пор висят. Представляете? За 3 года. И мы сейчас хотим найти Hello Kitty. 4 уточки берем, считаем очки, сколько они собирают, и смотрим по баллам, что мы получаем. А мне не будет? Это твоя первая такая азартная игра, да? Давай. Аминь. Чек. Окей. Ап. Окей. Hold to hands. Амелия, давай. Давай, лови. Опа. Одну поймала. Да, лови. Молодец, вторую поймала. Еще 2. Ух ты, Ами, ты уточек ловишь. Еще 1. Опа. Окей. Good job. Все, да, сейчас посмотрим. Скрестили пальчики. Тебе сейчас подарочек дадут. 6 очков ты. Это много или мало? Я не знаю, наверное, мало. Congratulations! Thank you! Все, давай. Ну давай. Папа испытывает удачу. Ну что, ты же профессионал в эту игру. Покажи, что за игра. Да, вот, вот. Надо попасть 3 мячика в эти ведерки, и тебе дадут большого Пикачу. Я здесь выиграла огромного единорога. Но это было давно. Да, в другом месте. Но игра такая же была. Принцип такой же, давай, удачи. Я не люблю. На! Что, на, вот, дай. Еще раз. Не попаду. Продула. Окей, на бок маме. Маме будешь? Нет. Давай, маме, давай, маме. Сейчас маме попробовать. Подошел дяденька и подарил какие-то штучки тебе. Что это? Призовые билетики. Надо призовые понять, билеты. Куда их можно применить. О, класс. Снизу вверх бросай. Окей, кажется, так просто, но не получается. Да, 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 давай, ты сможешь. Давай. Пойдем сейчас. Ой, молодец, давай, давай, давай.
выиграла беспроигрышная лотерея. Покататься на карусели. Да? Амелия, а мы сейчас... пойдешь? Нет, сейчас надо думать, куда вот это. И что это? В общем, мы нашли такую штуку, сюда надо засунуть билетики вот эти. И на билетики зачисляются деньги в карточку. Вот так? Да. И что? Все, съел, давай следующую. Сюда? Да. Не надо было нажимать. Тундрик сбросила. В смысле? А нажимать зачем надо было? Карточку теперь сюда суй. Я сбросила, что ли, деньги? Это, наверное, может быть, дают 10 игрушки за это. Понятно? 10 и 9, может быть, за 19 тикетов что-то взять. Точно. Приз. Ами, что ты хочешь? За 19 тикетов. Какая хорошая машинка. Ой, смотри, Ами, машинка. У нас одного тикета не хватает. Здесь 20. Да. Ами, смотри, есть маленькая, Вички. Одного балла не хватало, она все равно нам ластик дала. И машинку для Амели. Это мне в школу это ластик. Ты когда в школу пойдешь? Скоро. Вот какой добрый мужчина попался, а? Ага. Смотри, сколько у мальчика билетов. А ты что расстроилась? Что случилось? Что случилось, Ами? Иди. Ты еще поиграть хочешь? Ами, что ты хочешь еще? Рыбу. Скажи, что хочешь? Рыбы хочешь? Она что хочет, поиграть? Рыба хочет поиграть. Купим еще? Хотела рыбок половить. Давай рыбок половим и пойдем, хорошо? А может быть пойдем в ресторан Маши и Медведи? Все, все, все. Давай рыбок, вау. Давай рыбок, рыбок. Будем ловить рыбок. Все, ну, сейчас, пойдем, пойдем. Сейчас папа купит билетик. Ты все мокрый, да? Ну что, мы пришли в игру. Здесь надо палкой достать лягушки. Но это как уточки, там все по баллам тоже. Давай. Надо... Опа. Это и ты, Амелия, хорошо? Что? Амелия тоже, дай поймать. А, не поймала. Вот оно что. Давай, давай. У Вики лучше получается. Еще одна уточка. И ой, это ли уточка? Это жаба? Да. Поймали 4 лягушки. Смотрим, что там, какой нам приз дадут. 5. Это мало, да? Если еще раз сыграем. Ника, давай, выбирай. Ами, кого? Давай единорога возьмем. Да, единорога. Да. Yes, winner! Ами, что ты выиграла? Ух ты! Больше не будешь плакать? Не будет. Сейчас пойдем кушать в супер-ресторан. Мы нашли ресторан, который называется Маша. Маша и Медведь, представляете? Может, там будет розовая овсянка. Или пельмени. А, или вот все леденцы, леденцы вот эти. Сейчас посмотрим, чем там будут кормить нас. Вот он ресторан. Маша и Медведь. Большой, кстати, да? Просто мультик моего детства. Привет, самовар. О, как хорошо. Смотрите, я просто в шоке. Здесь есть в меню та самая розовая каша. Из мультика. Да. Здесь вообще меню, многие блюда прям из мультфильма. Да, да, но розовая каша, прям ее все знают. Даже есть бургер с надписью «Маша НВР». Ну, каша, она на завтрак, я не знаю, они сейчас... Мы будем ее брать, нет? Пробовать? Давайте спросим. Давай спросим. Могут ли они нам ее сделать, мне да? Мне кажется, не смогут. Розовую кашу. Давай попросим. Как в Макдональдсе завтраки до 10:30, так и здесь, наверное. В общем, я здесь нашла какую-то комнату, и вы сейчас просто будете в шоке. Узнаете это место? Это комната, самая главная комната из Маши Медведь. Это тот самый камин, тот самый диван, телевизор и картины. Просто тут вон даже полки есть. А здесь дальше вот такая вот площадка. Но там надо в носках и без обуви. А мы все в
ну, в общем, без носков, можно сказать. И здесь еще какой-то стол, и здесь уже продаются игрушки. Вот так. Интересно, а туалет такой же, как в мультфильме, или нет? Давайте посмотрим. Так, ну, здесь вот какие-то двери, там, наверное, уже, ну, вы сами понимаете, что идут. А здесь вот просто руки, смотрите, как здесь интересно. Ой, я даже не помню, какой туалет был в мультфильме. Ну, точно не такой. Что здесь? А, ну, тут все понятно, в общем. Не так, как в мультфильме, но тоже прикольно. Так что тебе принесли уже? Мне принесли пельмени. А, я думал кашу. Покажи. Ну, и обычные пельмешки. Пельмени. Ами, что там делает? Это какая-то швейная машинка. У меня салатик. У Амелии супчик. А что, такие голодные? Открывай свою порцию пельменей. Смотри, какая большая тарелка. Поделишься. Ты все не съешь. Это очень много. Мне надо было детскую порцию брать. А мне нормально. А майонез есть? Со сметанкой. Вот сбоку сметанка. А сметану я не ем, мне нельзя. Тогда мне можно? Можно. Только я хотела взять в рот пельмени, как мне принесли. Знаменитую розовую кашу из мультфильма. Да. У нее такая консистенция. Попробуй ложкой, Вика, туда залезть. А попробуй на вкус, да. Она из чего вообще? Это манная каша? Я не знаю, может быть. Вау. Мы, кстати, хотели сделать видео такое, еда из мультфильмов. И на первом месте. А может, нож сделаем? Горячая? Это, наверное, манка. Вкусно? Это просто манка? Это просто обычная манка покрашенная. Но она вкусная, прям как в детстве. В детстве. Я любила такую. Да? Манку только в садике давали. Я манку тебе не готовила. Я любила в садике, она вкусная была. Дай попробую. На, попробую. Она горячая, но вкусная вообще прям. Ой, а это точно манка? Да. Мам, попробуй, это не манка. Дай попробую. Это манка. Что? Нет, это не манка. Я что, манку не узнаю? Осторожнее, прям. Пахнет манкой. Это манка, я прям хочу. Манка? Манка. Ребята, я всегда об этом мечтала. Я очень хотела побывать в Большом музее восковых фигур. Вот он прям здесь. Пришлите просто быстрее. Музей восковых фигур. Музей восковых фигур Мадам Тюссо. Настоящий, деле, да, не какой-нибудь там, который приезжает там в город. В подобном музее. А в город? Ну, иногда там Чебоксары приезжают в музей восковых фигур. Не было у нас никаких таких. Вы знаете, где это место? Ну. Да, кстати, мы приехали на Blue Waters. Этот музей находится на Blue Waters'е. Вот оно, знаменитое кольцо. Колесо обозрения. Да, кстати, а почему оно не работает? Но оно почему-то до сих пор не работает. Хотя его достроили, оно светится все время. И, кстати, оно такое, мне кажется, огромное, что очень мощно. Да, что люди там начинают испытывать какие-то неприятные ощущения, и его до сих пор не могут запустить. Это твои догадки, надо на самом деле почитать, почему он не работает до сих пор. Да, пошлите. Пойдем. Дай мне договорить. Что, что? У нас 3 года назад здесь был отель, там вон там вот знаменитые светящиеся грибы. Ну, надо вечерком там погулять. Да, здесь вечером очень классно. А еще здесь есть рядом магазин с Hello Kitty. Все, везде тебе Kitty. Все, мы сели в какой-то супер красный лифт. Я так понимаю, здесь несколько этажей. Нас отправили на первый этаж. За билеты мы заплатили 385 дирхам. Че? Да. Причем при этом Амелия еще и бесплатно. Да. Недешево. Ой, нас уже встречают. Вау. Вау. Как-то живой, настоящий. Настоящий. Ами, ты знаешь, что это куклы, Ами? Это восковые куклы. Попробуй. А можно трогать? Ами, осторожней. Думаю, да? Не урони только дядю. Даже, смотрите, веснушки, морщинки. Он реально настоящий. Ну, пойдемте искать из тех знаменитостей, которых мы знаем. Которых мы знаем. А если это настоящие такие, их просто чем-то покрыли? Конечно. Ага, покрыли маслом. Сейчас ответит тебе. Привет. Ты подписался на Вики Шоу? Вау. Слушай, как живые глаза, живые. Я не могу, а. Можно я камеру поближе, она не укусит ее? Ой, не трогай, пожалуйста. Королева Великобритании. Да, которая, к сожалению, не стала. Да. А это...
актер, да? Это... Это из криминального как чтива. Как его? Он как настоящий. Я не помню имя. Обалдеть. Сядь сюда, рядышком. Вика. Нет. Мама, ты сядь, я тебя так чик-чик-чик, будто сфоткаю. Джон Траволта. Траволта, точно. Да. Чик-чик. О. А это знаешь кто? Да. Кто? Это Дональд Трамп. Он такой загорешка, да? Он, кстати, снимался в «Один дома» в фильме. Да. Угу. В какой части? В «Один дома 2»? Не помню. В Америке, что? В Нью-Йорке. Так, это его супруга, да? Мелания Трамп? Они Мила. Такие все стройненькие. Занимаются они здесь по ночам. Смотрите, даже ногти. Кольцо. Это я не знаю кто. А, это я знаю. Это модель Кара Делевинь. Знаешь такую? Здравствуйте. Ой, что она шатается? Мать. Ты с кем тут развлекаешься? Это Кендалл Дженнер. Кстати, здесь они представлены в своих настоящих размерах. Такие кстати, худенькие. Не настоящих размеров. Почему? Знаешь, когда их делают, и делают фигуры по настоящим размерам живых персонажей, да, но на 2% больше. Почему? Потому что когда воск высыхает, он на 2% опять ну, уменьшается, вот... и получается настоящий как бы размер. Там дальше бам! Ну, в общем, они все-таки худенькие, аккуратненькие, стройненькие. А как мама ты наша. Показывал пару Бекхэм? Бекхэма, да. Наверное, да. Это великий футболист Дэвид Бекхэм, а это его супруга, бывшая участница Spice Girls. Да, я слушал когда-то Spice Girls. Это было очень давно. Улыбка, что, как они это сделают, а? Я не знаю, прям ночью придет такая к тебе, подмигнет. Так, стрелочка налево. Я сначала подумал, что это экскурсовод. Это, как же ее зовут? В общем, это кто-то из мира моды. Я не помню имя. Ой, я не знаю, кто это. Я тоже не знаю. Что за девушка? Селфи девушка делает. Вау, ты действительно знаешь, как strut down the catwalk. Идем дальше. Победитель? А, это дорожка. Fashion icon. А, Рита, Moscow Fashion Week, хочешь повторить? This has to be this year's look. Давай, пошла. It's gonna change the world of fashion forever. Очень атмосферно здесь. Вау. Ой, Человек-паук, да. Спайдермен. Вот его я знаю. Да, его все знают. Ой, мам, твоя любимая актриса. Вика, нет, почему любимая? Мне просто нравился этот фильм. Как назывался? «Голодные игры». Это, наверное, актеры и актрисы Болливуда. Да. Индийские. Ну, так и написано. Become a Bollywood Dance Star. Стань болливудской танцевальной звездой. Я знаю только Митхун Чакраборти. Здесь так красочная. Ну, какой-то, видимо, актер очень известный. Дожди! Ой, Аня, смотри, как красиво. Ну, да. Он под дождем. Я, правда, не знаю. Джи-джи-джи, сейчас она что-нибудь сделает. Привет. Пишите в комментариях, кто кого узнал. Да. Потому что мы не всех тут узнаем. Это тоже все еще продолжается. Болливудские... Вау! Звезды. Красиво. Красиво, да. Что интересно, сейчас футболисты... Ой, здесь, наверное, спортсмены сейчас будут. Точно, да-да-да-да-да. Ой, да? Ой. Вау, вау. Оу! Воу. Ух ты! Это ты должен знать. Это я должен знать. Это Макгрегор. Точно. Макгрегор. Какой злобный.
Ой. И татуировки все у него настоящие. О, это Мухаммед Али. Великий кто? Боксер Мухаммед Али. Бу! Величайший боксер в мире. Вика, как боксер, нашла какой-то здесь интересный тренажер, проверяет реакцию. Надо попасть по красным лампочкам. Я набрал 63 балла. Сейчас проверяем, сколько наберет баллов Вика. Давай, шустрее. 30 секунд. Давай. 29. Сейчас и потом. У него руки короткие. Мимо. По красным только. Ну давай. Чуть-чуть осталось. Сколько там баллов? Много. 8. Давай. Ну. Сколько времени? 6, 5, 4, 3, 2. Вау. 59 ты набрала. А я сколько? 63. Ну тут смотрите, боксерские перчатки, может, надо ими. Не будем пробовать. Так, зона великих футболистов. Вики опять. Интерактивная игра. Опа, забила? Нет. Давай, бей. Сейчас. Такой мяч воображаемый. Ну? Сейчас появится. А, вот появился. Бум. Выше ворот. О. Ты попрыгун, вратарь. Давай. Опа, гол. Молодец. Just keep on doing.